Всем привет! Вот, хочу поделиться своими впечатлениями о бое Ломаченко Джордж Камбосос, о бое, который прошел на днях в Австралии, куда прилетал Вася. Хочу поздравить от всей души Василия, который снова стал чемпионом мира. Вот, собрал один пояс. И теперь все только как бы для него начинается. И в бою, как мы все видели, Джордж Камбосос не смог ничего противопоставить легкому, подвижному, ускользающему от Камбососа Васе, где Камбосос, может быть, планом на бой были удары по корпусу, чтобы, может быть, затормозить Василия, но цель Камбососа настолько быстро двигалась, что он просто не поспевал ни за чем, и все доставалось воздуху. Вот, поэтому Камбосос подвыдохся, ничего у него не получалось. Лицо его Вася окрасил в красный цвет в конце, во второй половине уже за экватором боя. Вот, поэтому выиграл этот бой в одну калитку. То есть, в принципе, для Васи это была легкая прогулка. Сводил Камбососа в школу и дал понять, что то, что у Джорджа получилось с Лопесом, ну, это какой-то просто lucky punch. Это ему невероятно в тот вечер повезло. Это был его вечер. Лучший, возможно, день жизни. Вот. Ну а Васе с Лопесом, как мы знаем, повезло гораздо меньше. Но там и по факту было понятно, что Вася у Лопеса не забрал бой. Может быть, на тоненького где-то 50 на 50, но все-таки Лопес тот бой, по моему мнению, выиграл объективно. Вот. Поэтому не считаю, что Василия в том бою с Теофимо Лопесом засудили. Вот. Ну а с Камбососом он выиграл за явным преимуществом, забрав буквально все раунды. Может быть, кроме двух на судейских записках. Вот. Поэтому, что мы ожидаем в дальнейшем, так это, конечно, очень интересно увидеть, если сведут этих бойцов, если смогут договориться о таком бое, как Джервонта Танк Дэвис и Василий Ломаченко, то будет очень любопытно на все это взглянуть. Потому что Джервонта это уже абсолютно, сайонара, абсолютно другой зверь, в отличие от Камбососа. То есть Камбосос очень грозный на пресс-конференциях, когда face-to-face, и вот ты смотришь очень близко, скулы его сведены, взгляд суровый, тебя буквально пронизывает, но в квадрате ринга и по делу, по существу, мало что показал. Это, естественно, зависит от противника, который перед ним стоял. И вот перед Васей он не смог ничего. Может быть, другого стер бы в порошок. Но если Васю сведут с танком, то Васе придется, конечно, попадеть. И я думаю, конечно, танк перемолит Василия. Несмотря на его очень быстрые ноги, наброску, огромное количество ударов, каких-то заходов его бесконечных, такой олимпийской школе бокса, мне кажется, танк настолько хорошо адаптирован, может как бы все, жестко бьющий, реальный нокаутер в легком весе, что Вася у него бой, конечно, не заберет. Я думаю, танк его просто сотрет в порошок, перемолит его в муку, если этот бой состоится. А я думаю, что он состоится. Все мы будем на это надеяться, чтобы
посмотреть еще раз на уровень Василия с реальным конкурирующим ему бойцом олдскульной такой школы. Поэтому ждем этого бокса. Оставляем свои комментарии. Подписываемся на канал. Ставим дизлайки, если видео настолько не зашло вам. Ну, и если вы такие добрые, то делимся с друзьями. Ну и продолжаем смотреть мой канал дальше, потому что там много видео о Японии, о бодибилдинге, о боксе. То есть канал весьма и весьма разнообразный. Так что на этом все. Еще раз поздравляем Василия Ломаченко с яркой, бесспорной победой, с тем, что он стал чемпионом, с чемпионским титулом. Всем добра, пока-пока, тушу камеру.